Так, всем привет, меня зовут Кирилл Лукьянов, это мое второе видео, и значит сегодня мы добавим наш пустой проект кнопку. Так, значит, открываем наш storyboard, main storyboard, выделяем наш view controller и в списке доступных элементов ищем button. Далее перетаскиваем ее на наш view controller. И давайте так вот ее растянем, чтобы размерчик ее был побольше. Так, итак, кнопка у нас добавлена. Видите, она появилась у нас здесь в списке элементов. Находится на view, супер view нашего view controller. И теперь, чтобы она заработала, нам нужно ее подключить. Значит, для этого нам нужно создать связь этой кнопки с кодом. Значит, переходим в такой вот режим с двумя экранами. И выделяем нашу кнопку, зажимаем левый Ctrl, нажимаем на ней и перетаскиваем вот сюда вот. Причем, видите, добавлять обязательно внутрь класса, но не в какой-либо метод. В какой-либо метод нельзя добавить. То есть вот сюда вот добавляем на уровне. Это должно быть у нас поле класса. Так. И значит, у нас здесь есть раздел Connection. Тут у нас три варианта, но нас интересуют первые два. Значит, мы один раз добавим эту кнопку как Outlet. Назовем ее Out button. У нас создается свойство IB outlet. И еще раз повторим эту операцию, но выберем уже connection action. И тут назовем ее act button. Так, и снова нажмем Connect. Так, перейдем в полный экран, так будет видно получше. Значит, что мы сделали? Мы добавили IB Outlet для нашей кнопки и IB Action для нашей кнопки. В чем разница? Значит, разница в том, что через IB Outlet мы будем редактировать свойства нашей кнопки. Через IB Action это функция, значит, здесь свойство, здесь функция, да? Вот, значит, эта функция будет у нас срабатывать при нажатии на кнопку. Так, давайте что сделаем? Давайте при нажатии на кнопку мы будем менять лейбл на нашей же кнопке. Значит, пишем out button. set title. Здесь указываем title hello world и здесь указываем состояние. Это у нас состояние, значит, будет normal. Так, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Запускаем наш проект. Он у нас собирается, запускается на симуляторе. Наша кнопка. Нажимаем на нее. И после нажатия, соответственно, title у нас меняется на Hello World. Ну, при повторном нажатии у нас уже ничего не будет происходить, потому что title уже изменился. Вот. Значит, собственно, что мы сделали? Мы в нашу функцию ActionButton добавили установку свойства setTitle для outlet outButton. Собственно, все, что и нам требовалось сделать. Так, на этом это видео заканчивается. Собственно, всем спасибо за внимание. Всем пока.